Я вас приветствую, дорогие друзья, с вами Бляр, и уже получается второе комментирование реплея от Ярость Кейна, Синси 3, где у нас сразятся Вуду, который сыграет за ГСБ, и Куфу, который сыграет за Нод. Интересная достаточно карта, на самом деле, знаете, игра не совсем новая, старенькая, но игра в рамках турнира. То есть, сами представьте, какой напор и накал был у данных игроков, да, в это время. Интересная карта, на мейне у каждого игрока имеется по полю тибериуму, рядышком еще одно есть тибериумное поле, также и у Куфу, да. И между ними нейтральное есть зеленое тибериумное поле, а также есть синее поле, которое потихонечку будет развиваться. И также имеются два комбината, которые, если захватить, будут давать денежки, захватить нужно инженерами. И со старта уже пехота поперла от нодовца. Пока без юнитов. Нет, или с юнитами. Нет, посмотрите, сразу пошел, между прочим, ГСБшник в захват. А нодовец также, да, сделал инженера. Оба захватывают комбинаты. Но пока не вижу я от ГСБшника юнитов. Пока все тихо достаточно. И сразу ставится военный завод. Нод начал без... Нет, нод тоже построил военный завод. И уже вышла Рейгер первый. Да, тут пехотка пыталась пройти от ГСБ. Но неудачно. Нет, все-таки юзает пехотинцев у нас в Вуде. Пока пацаны потихонечку разбегаются. И вроде бы как все ровно. Но вот раскатывается по базе данный юнит, да, Рейгера. И, в общем-то, как разведочка, конечно, хороший юнит. Очень быстрый. И можешь попробовать зайти на ресурсы, именно на комбайн. Здесь попытка через дом сломать данный комбинат, чтобы он не добывал для ГСБ. И посмотрите, как заходят пехотинцы сразу по электростанции в наглую. Долго, конечно, бьют. Я думаю, что должен сейчас будет момент решать. Еще одна электростанция ставится. И ответочка от ГСБ, посмотрите. Ох ты, даже в бункер окапываются ребята и прям в наглую по военному заводу. Но опять же, это просто пехота. Если были бы ракетчики, то был бы момент, конечно, другой. Чисто ребята друг друга сейчас отвлекают, на нервы действуют. Ну, очень долго ребята бьют комбинат. Очень долго пошли уже ракетчики. Пошли БТРки, в которые будет насаживаться пехота. Да, так оно и есть. Хороший, быстрый пулеметный юнит. Слушайте, пока как-то, знаете, забил на эту пехоту здесь в Вуде. Хотя могут БТРом и отработать. Но здесь бункер чистится с пехотой. Тут уже и скорпионы пошли в дело. Да, так и есть. И попер вперед у нас ГСБ. Посмотрите, БТР за БТРом. Плюс пехотку спамит. Будет раш. Да, тут уже два БТРа вместе. Но в принципе-то есть чем добиваться. Посмотрите, как действуют БТРы, бьют ракетчики из них, да. Очень опасные юниты. И Хароны от Нода. Кстати, Хароны такой же примерно юнит, противоположный, в который тоже можно сажать пехоту и также отстреливать юниты на расстоянии. Интересно зашел тут ГСБ. По комбайну можно сокращать комбайн это, но, конечно, сначала надо убить танк Скорпион, так оно и выходит. И слушайте, проблемы. Проблемы есть сейчас у нодовца. До сих пор бьют комбинат. В расход пошли комбайны. Не очень приятно. Очень классно зарашил. Посмотрите, в Вуде ставится пулеметное оборонительное сооружение, но не особо это помогает. И пошли танки-призраки. Танки-призраки, которые очень хороши и против воздуха. Мы знаем, что у ГСБ есть воздух. И причем ГСБ активно его юзает. Пока не юзает, я имею в виду, в общем-то. Вообще, кто играет за ГСБ, активно юзает этот воздух. И данный танчик на ходу, как вы видите, он на месте, на ходу невидимый, когда передвигается. Но когда начинает стрелять, становится видимым. И, в принципе, помогает, то есть разбирается здесь, разбирается на своей базе нод. Были проблемы. За это время ГСБ уже успел уйти во второй ресурсный центр. Даже не во второй ресурсный центр, а занять вторую ресурсную площадку для себя. Ну, слушайте, преимущество есть. Причем два филда, как я и сказал. Да, пошли спамиться касатки.
И нот будет задействовать свой воздух. Нот, извиняюсь, ГСБ. ГСБ будет все свои сильные стороны, в принципе, применять. Ну и, наконец-таки, полностью освободилась база нотовца. Да. Сумел он это сделать. Но нужно, знаете... Да, вот как раз-таки пошел командный центр. Я хотел только сказать, нужно как-то экономически тоже выравниваться. И попер командный центр Куфу к Тибериуму полю. Ну, немножко так подальше, чтобы не рисковать. Ну что, все-таки будет минус вышка? Да, работает над ней нот. И посмотрите, между прочим, нот-то и не был прям в меньшинстве в ресурсах, потому что он занял еще два комбината с нижней стороны карты. И как-то не особо это на это отреагировал Вуди. Так, здесь уже пошли бульдоги. Вместе с хищниками, да, танк-хищник. Зашел Харон один. Как раз таки комбайны бить. Но здесь как бы бульдоги с ним справляются. А, он пустой, без пехоты, да, да. Пустой юнит. Сколько денежек у нас? Достаточно средств. Куфу просто впритык все, да, который очень много потерял комбайнов. Подготовка. Ну, у Вуди практически тоже все впритык, хотя Вуди столько комбайнов не терял. Играет полноценно в два тибериумных поля. Только сейчас отстроил ресурсный центр на втором тибериумном поле Куфу, но имеет еще три комбината. В то время как у Вуди ни одного нету. Поэтому мне кажется, что по ресурсам. Но, с другой стороны, Вуду на своей базе уже все насобирал. Посмотрите, как хищники зашли. Минус электростанция. Хищники, говорю, танки-призраки, конечно же. И по булдогам неплохо калашматят. Но эти ребята невидимые, быстрые. Ну, очень много бульдогов наспамил ГСБ, посмотрите. И мне кажется, что нужно сматываться хищниками, конечно. Очень-очень много бульдогов на карте. Обороняется ими. Да, Вуди спамит так нехило. И пошел уже в технологии, посмотрите, экспериментальный цех от нода. А ГСБ пока никаких технологий не показывает, просто спам. И попер в атаку, да, да, поперли бульдоги в атаку, но чем защищаться-то? Пехота есть. Пехота хороша, кстати, против бульдогов. Да, ну мощно спамит, плюс касатки в воздухе. Научный центр только нодовец отстроил, и кажется, сейчас пойдет он в расход. Да, так и есть. Но должен Вуди понимать, что его оппонент попер в технологии. А это значит, могут быть уже юниты более высокого уровня. И нужно что-то над этим думать. Не забываем также про супер юниты. И попер, посмотрите, ГСБ. К синему полю, да, попер к синему полю. Ну, интересно, здесь, кстати, немножко тоже есть. Ну, смысл какой, да, здесь? Сейчас реально может получить хорошее преимущество Вуди. Ну, Вуди нужно как-то развиваться более технологично, потому что нодовец старается это делать. Но пока мы видим, что Вуди как бы и на карте вроде бы заполучает более-менее хороший контроль, потому что наспамил хорошо. Так, попытка обойти нодовцам сверху. Здесь много бульдогов. Ну как, бульдоги против пехоты, конечно, такое себе занятие. Так, попытка на второй мейн пройти. Но здесь есть танки-призраки, три штуки их. Нужна поддержка пехоты. Как раз таки идет и пехота, да. Хорошо в ловушку завел сейчас ГСБшник своего оппонента. И касатки прилетели. Нет, да, касатки прилетели. Нет, это были не касатки, это было повышение. Я так понял, потому что он просто ударил и прилетел дальше. Перекрыл с касатками. И посмотрите, завод робототехники. Мы уже можем увидеть супер юнит от нот. Полностью технологичен стал у нас Куфу. Ну, слушайте, вроде бы территориальное преимущество сейчас и у ГСБ, но в технологическом плане преимущество у нодовца. Но по спаму ГСБ тоже есть преимущество. Очень много бульдогов, спамится пехота. Так, ну есть проблемы у ГСБ на базе. Посмотрите, как зашли ребята. Черные братья, поджигатели, плюс боевики и ракетчики. Не, ну не поможет этот пулеметное брызгальное сооружение. Сразу ложится. Да, неплохо почистил тут
кусочек мейна, вот это дал. Хорош. Хорошая контратака была сейчас от нодовца. Ой, ну какие проблемы, что на базе гоняются комбайны. По юнитам большие проблемы сейчас у Куфу. А что у него по деньгам? Объект такой. Ну, флуатик небольшой добавить. Есть. Что у Вуди, Вуди вообще 3500 практически флуатит. Жестко. На комбайнах есть апгрейд, да, пулеметы. Не пулеметы, а ракетницы. Неплохо. Да, вот это замес, обоюдный раш, это мне нравится. И вышел Мститель, супер юнит нода. Да, как я посмотрю, у ГСБ вообще нет никаких технологий. Да и как-то, знаете, свой филд, филды 2 юзает не очень, хотя денег-то имеет. Плюс собирает синее тибериумное поле, которое куда мощнее, чем зеленое. Одно, правда, опять же выработано. А вот нодовцу так и не дают полностью выработать поля свои, потому что постоянно убивают комбайны. Тактики, конечно, расходятся у ребят очень сильно. Но посмотрим, технологии или спам с экономикой. Что будет выше? Так, куда поехал командный центр здесь? Интересно, передвижение. В какую сторону? Куда? Нет, просто здесь встать, окей. И знаешь, в чем ошибка ГСБшника? В том, что он так и не заметил. Или не обратил внимания на эти комбинаты, а мог бы своими инженерами их перехватить. И тогда у Нодоса всем была бы очень плохущая экономика. Ну что, пошел вперед Мститель. Так, хорош, между прочим, здесь Куфу занимает еще одно тибериумное поле, пускай оно не сильное, не синее, а зеленое. Но есть опять же два комбината, то есть по экономике, знаете, теряет ГСБ свое преимущество. Потому что сейчас начнут ресурсный центр здесь втыкаться. Да, и по экономике будет более-менее. Ну, слушайте, спам хороший. Очень много, конечно, хищников. Но, знаете, против масс пехоты. Да еще и Мститель. Посмотрите, как интересно миксуют свои войска. Просто полный масс пехоты. И Мститель в поддержку. Есть, конечно, немножко танков-призраков для поддержки. Но, возможно, это, скорее всего, противовоздушные, да, будут как юниты действовать. И есть немного ракетчиков. Осадок я не вижу на карте. Так, небольшой застой, ребята готовятся. Я так понял, что ГСБ готовится пушить. Или же наоборот будут принимать атаку, интересно. Ну тут больше как нодовец выглядит про пуш, потому что он прям выдвинул своего мстителя вперед. Ну посмотрим. ГСБшник пока стоит. Так, здесь разведочка. Да, все, понял Вуду. Что занял еще одно тибериумное поле Куфу. Слушайте, попер нодовец. Ой, да, нодовец попер. Встречает ГСБ пехотой. Пехота на пехоту. Пока танки стоят, хотя толпой можно было бы постараться забить этого мстителя. Еще и хищники подъезжают. Интересно, массовая война. Пацаны дерутся. Я для скриншотика. Так, для превьюшечки. Интересный момент, красиво получилось. И посмотрите, в общем-то, нодовец, несмотря на то, что играет без технологий, вроде бы как в этой войне справляется. Но спам-то, нодовец, говорю, ГСБшник, конечно, но спам-то от нодовца не прекращается. Мститель-то еще живой и не раненый совсем. Нужны срочно касатки. Здесь нужны касатки против Мстителя. Ох как, зашли бульдоги. Опять же, была попытка по комбайнам пропушить. Нет, не удается Куфу пропушить Вуди здесь, да. И приходится немножко отступить. Хорош, конечно, Вуди таким огромным спамом, несмотря на то, что играет без технологий. Посмотрите, как умудряется, да, еще и контратаки какие-то проводить. Еще и отбиваться шикарно. Но пехота дает много себе знать. Правда, синее тибериумное поле уже истощено. Вау. Это повышение было? Да, это было повышение. Посмотрите, как много. Это мины были. Вот что это было. Ой-ой-ой-ой. И здесь просто массивно налег. Посмотрите, нодовец. Массивно, ведь у ГСБ уже синее поле выработалось. А у нодовца еще большое зеленое есть. Ну, потихонечку примыкает сюда. Не, не дадут просто так. Обелиск работает. Да, такое преимущество было у Вуди. Так хорошо рашил своего оппонента.
такой был большущий спам, но почему вовремя не ушел в технологии, непонятно. И не построил супертанчик тот же, противовес этому, да? Мстителю. Так, поджигатели уже на базе. Построенная пушечка вроде как справляется. Пошли гранатчики, гранатометчики, да. Слушайте, еще некий спам есть, правда, беспехотный практически спам. Ну, одни гранатометчиков пошел спамить. Посмотрите, как интересная линия такая. Типа, помните, как фильм «Трое», да? В линию выстроились и пошли. Класс. Правда, Мститель еще должен был орать. Гектор! Не знаю, может быть, орал. Ну что, нет, не получилось стенки на стенке, отступая здесь в Вуди. И пошел Мститель, но без поддержки, то, конечно, лучше нити, надо вернуться. Да, экономические проблемы сейчас у Вуди, конечно, здоровские. Бездействованы ресурсы. А у нодовца лишь только один ресурсник полностью истощен. Вот еще огромное теперь умное поле, которое дает о себе знать. И, конечно, было бы неплохо пропушить это поле, хотя, опять же, есть проблемы и снизу. Какой там пуш? Ай-яй-яй, по гранатометчикам работают и сдается Вуди, дорогие друзья. Понимает прекрасно, что вытащить эту катку уже очень сложно. Можно было еще тянуть, конечно же. Можно было еще тянуть. Но, как по мне, Вуди, конечно, шикарно начал. Вуди был впереди по территории, по экономике, как мне показалось. Но именно по технологии. Да, Вуди всю игру, посмотрите, был по деньгам выше, да. Вот если посмотреть статистику ресурсов, то реально всю игру был выше. Но по постройкам, конечно, опередил нодовец, потому что строил свои технологические постройки. И по войскам у Вуди было преимущество, но потом пошел очень активно спамить пехоту в поддержку к Мстителю Куфу. И поэтому завладел просто огроменным преимуществом в спаме. Да, друзья, вот она перед нашими глазами общая статистика. Как по мне, получилось достаточно интересный бой, в котором именно мы увидели с вами агрессию от ГСБ и, конечно, очень хороший деф, ну и контратаки от нода. Деф заключается в том, что спокойненько нодовец перешел в технологии и взял эту игру. Мне очень не понравилось, что Вуди так как-то очень плохо спамил касатки. Если взять прошлую игру его, которая есть на канале, то там касатки намного активнее спамились. Ну что, друзья, спасибо большое за внимание. Ставьте лайки или дизлайки, это уже на ваше усмотрение. Оставляйте свои мнения в комментариях. И, конечно, критикуйте меня, чтобы я понимал, в чем мои ошибки. И не забывайте оформлять подписочку. А также группа ВКонтакте и Дискорд канал. А я с вами не прощаюсь.